Десятки талантливых и перспективных ребят тренируются сегодня в спортшколе «Нефтяник». Один из них – Сергей Мерзляков. Он уже не первый год профессионально забивает шары в лузу, выигрывает медали на республиканских и всероссийских стартах. Наставники говорят – спортсмен способный. Креативность его от меня отличает. Нестандартное мышление. Да, он мыслит немножечко шире, чем все остальные ребята. Бильярд – это шахматы в движении. Мышление должно быть очень широким, нестандартным точно. Если мы говорим о достижениях выше, чем там первый разряд, второй разряд, то да. Бильярд развивает немало способностей, в том числе учит стратегически мыслить и контролировать себя, и не только за бильярдным столом. Самое главное, что дает, это контроль над эмоциями. Абсолютный контроль над эмоциями. То есть очень сложно вывести из равновесия, в принципе, в обычной жизни. То есть на турнире это понятно, что там бывают какие-то срывы, моменты, но в обычной жизни намного проще стало. В том плане, что пробить очень тяжело. Это умение справляться с эмоциями за столом и, конечно же, опыт и целенаправленная подготовка к старту поможет Мерзлякову и в Москве на этапе Кубка России. Свою форму оценю так, что выйти в 1/8 как минимум должен. На это ставлю. Вместе с Сергеем отправятся в Москву на Кубок страны еще и Милана Абдулова и Иван Попов.